Всем здравствуйте, с вами Андрей, и сегодня я покажу, как слепить стенобой из Clash of Clans. Сначала делайте ноги, вам без разницы, как их делать. Очень много способов, как делать ноги. Я выбираю только один способ. Ну что ж, ноги готовы, а теперь приступаем к туловищу. Туловище делайте, как вы захотите. Вот мне нравится делать специальным, то есть ниже пресса. Приступаем к рукам. Приступаем к глазам. Приступаем к его всему лицу. А теперь приступаем к шлему. Скелет готов. И может я покажу вам те мини-фигурки, которые я сделал в прошлый раз. Я делал очень много мини-фигурок в прошлый раз. Thank you.
что ж, это конец выпуска. Пока-пока.